говорить, что вы сейчас одеты, да, или нет? Можем или не можем? Говорите. Ну что, друзья. У нас пациентка знаменита, да, стала? Благодаря одной собаке, которую мы заблокировали. Ну а что, некультурные люди есть, которые интересные. А другие, которые, знаете, лайки поставили под комментарием, там 12 штук, они под заметкой. Скажи что-нибудь. Почему я все им рассказываю? Скажу, да, а ты вот так, да, все правильно. Ну. Пациент, скажите, как вы себя чувствуете после предыдущего сеанса, прям очень, чтобы было слышно. Стало намного лучше. Какие легкость, вы... я начинаю чувствовать свою поясницу, что она у меня все-таки есть. Угу. Вот. Прям онемение уходит. Ну, я думаю, что мне еще нужно долго ходить к вам. Потому что весь мой позвоночник болит. Но мне кажется, что вы врете. Говорит, прошло, а теперь позвоночник у меня болит. Не, ну, где логика? В других местах. Знаете, у меня даже была очень такая... Очень мне нравится, когда Артём Витальевич мне гладит по голове, как в детстве. Мало кому так везет, понятно? Завидует. Да, завидует. Я думал момент, вот у нас же, кто смотрел... Пациентку мы тут ремонтировали, и то кусочек маленький был вырезан. Вот, по поводу вот внешнего вида говорили. Я даже думал так, что-то такое снять видео, и всех сплетников, которые будут лайки ставить, всех заблокировать. Ну, кивай. Да, ну, да. Алла Сергеевна, ты кивай. Мне нужна поддержка ваша, может я... Меня не ну, ты все равно кивай, я же тебя вижу. Вот. Но многие сплетники, они там затаились потихоньку, и все. Мы все любим сплетни. Только это. Дозированно нужно их любить, не слишком сильно. Все зависит. Куда ползу поставили? Знаете, сколько у нас уже таких заблокировано там? Ну, я так наблюдаю периодически за вашими видео. А какие люди, они знают, что они будут заблокированы? Сколько людей хотят писать всякие гадости? Не по лечению, которые никогда не были. Вот. Стоит там цену поднять, сразу начинают писать. Что-то еще. Вот. Но, опять повторюсь, таких людей вот 3%, а остальные люди хорошие. Это радует. Да, это радует. Порадуемся. Не понимаю, что мы делаем оздоровительное иглоукалывание. Артём Витальевич, я вот жду, когда вы пациентку покажете, которая не ходит после аварии. Очень много не спрашивают. Полезно. Счастливо. Так мы же ей дали месяц этого перерыва. Ну, я же думаю, что когда же она с результатом. Насчет пациентки, которая не ходит. Смотрите. А по поводу хождения у нее весь позвоночник прооперирован. Ну то ладно, шейный отдел, там стоит пластина, нет доступа к пациентке. Да, боли у нее убирались, когда мы делали, но шея, импульс, нельзя ее поставить, поэтому не все можем. Вы понимаете, что мы не все можем делать руками человека? Вы понимаете? Да, конечно. Ну и пациентка молодец. Только... Конечно, она старается. И вы молодец, правильно? Вот. Какой раз у нас вы? Ну, второй на иголках, один раз у вас был. Угу, хорошо. Конечно, мне нужно записаться, скажите. А вы хотите? Конечно, у меня еще болят ступни. И голова. У меня голова как будто оглушена, приглушена. Можно записаться, да. Но траву душицу пить. Угу. Вы не пили? Вот такой у нас умиротворенный эфир хороший получился. Мы рассказали про сплетников, которые все время за нами шпионят. Вот, мы их сразу убираем. Рассказали, что пациентка пусть и потихонечку, но выздоравливает. Она тут копила 3 миллиарда лет в стоматологии. Понятно? Мы тут все, вот и все это тут делаем.
персонажи тоже такие, как у вас есть. Кто? Злопыхатый. А у вас есть? Вот знаете, вот сколько в момента приходят, бывают люди, говорят, а много у вас пациентов? Бывают такие люди. Мы их сразу разворачиваем и убираем. Вот. Потому что это ненормальные вопросы. И такие вопросы встречаются очень редко. Конечно же, есть люди, шпионы и все. Я их, ну, сразу убираю. Ты расскажи что-нибудь, что ты на меня смотришь? Слушай, ну, ты вот так вот говори, да. Вот, кивай, чтобы это... Поэтому все, которые там что-то хотят, какие-то гадости, что-то еще, не касательно лечения, вы будете убраты моментально. А люди, которые хотят лечиться, мы что можем, то дадим, что в наших силах. Конечно, нам нужны только положительные отзывы, реакции. Ну, у нас не все положительные отзывы. Негативные. Попробуйте опоздать, сразу будет негативный отзыв. Ладно, друзья, нам надо принимать пациента, он лежит там. Это... на первом этаже. Поэтому... Ну, он же пока нормально себя чувствует. У нас сегодня 9 число? Да. 9 июня. У нас будет отпуск с... 17-го. Ну, надо на море. Июля. Июля. А-а-а. Это не скоро. Да, на море, потому что надо загореть чуть-чуть. Но все время были у нас эти то симпозиумы, то конференции. Сейчас он говорит на отпуск. На 5 месяцев. Не-не-не, не слушайте меня. Всего лишь неделя будет. 8 дней и все. Мы поедем этот купаться. Спасибо. Все. Пока, здоровья и до встречи.